Концерт на колесах. В Шымкенте, в самом центре города, сотрудники одной из коммунальных компаний устроили настоящие уличные танцы. Причем в качестве танцпола они выбрали кузов грузовой машины. Костюмы заменила ежедневная рабочая одежда. А необычное выступление коммунальщиков на видеорегистратор успел снять автолюбитель. Оно уже набрало более 1000 просмотров на портале YouTube.